Здравствуйте! В этом видео вы узнаете о главной идее проекта, который называется «Народный мессенджер Jam4Me». Его предполагаемая стоимость на момент продажи, по оценкам экспертов, составит 6 миллиардов долларов. И половина этой огромной суммы, 3 миллиарда долларов, предназначены для тех людей, которые помогают финансировать, создавать и продвигать мессенджер. Наша команда уже много лет специализируется на успешных интернет-проектах и продуктах в области новых технологий. Проанализировав лучшие стартапы последнего десятилетия, мы пришли к выводу, что самые успешные из них всегда создавались на новой технологической волне. Эти волны возникают из потребности общества в новых продуктах и технологиях. Те компании, которые успевали воплотить новые идеи в жизнь, получали миллиардные доходы. Вы наверняка слышали про первые 4 волны в сфере информационных технологий. Компьютерная революция, повсеместное внедрение интернет, появление электронной коммерции в нулевых годах нашего века и, наконец, бурное развитие социальных сетей в последние 10 лет. Эти волны привели к возникновению совершенно новых компаний стоимостью десятки и сотни миллиардов долларов. Что происходит на рынке IT сегодня? Сегодня рынок захлестнула 5-я волна. Мобильные мессенджеры. Эта волна мгновенно увлекла сотни миллионов людей по всему миру, и ее мощь только нарастает. Чтобы понять силу этой волны, давайте посмотрим на темпы ее роста. На графике видно, что в 2015 году количество пользователей мобильных устройств значительно превысило количество пользователей компьютеров. 3 миллиарда человек, которые пользуются мобильными устройствами. Это уже огромная армия. Но на Земле более 7 миллиардов жителей. Значит, вторая половина населения планеты возьмет в руки смартфоны уже в ближайшее время. Ведь прогресс остановить невозможно. Посмотрите на еще более интересную статистику. Количество пользователей мессенджеров — 3 миллиарда. К концу 2015 года превысило количество пользователей социальных сетей — 2,5 миллиарда. Дальше этот разрыв будет только увеличиваться. Как вы думаете, почему? Ответ понятен. С утра и до ночи люди общаются друг с другом. Дома, на работе и даже на отдыхе. Естественная потребность людей в общении является главной причиной огромной популярности мессенджеров. При помощи мессенджеров мы можем говорить, передавать текстовые сообщения, картинки, фотографии, обмениваться аудио и видеофайлами. И это нам ничего не стоит. Если в обществе возникает потребность, то обязательно появляются компании, которые предлагают свои решения. Естественно, на новом рынке эти компании получают просто невероятные доходы. Мессенджер Viber был создан командой белорусских разработчиков и в 2014 году был куплен японской инвестиционной компанией Rakuten за 1 миллиард долларов. Но настоящий рекорд был поставлен мессенджером WhatsApp, который в 2009 году начал создавать Ян Кум, программист из Украины. В феврале 2014 года Facebook купил WhatsApp за 19 миллиардов долларов. За 2 года существования мессенджера Telegram количество его пользователей достигло 100 миллионов человек. Его капитализация оценивается сегодня более чем в миллиард долларов. Впечатляет? Друзья, это только начало 5-й технологической волны — волны мобильных мессенджеров. Владельцы социальных сетей, понимая, что их волна на исходе, ищут возможность присоединиться к волне мобильных мессенджеров. Уже 2 года Facebook и Google отчаянно бьются за право купить мессенджер Snapchat, который создали 2 студента из Стэнфорда. Сегодня стоимость Snapchat оценивается в 10 миллиардов долларов. Павел Дуров, создатель самой популярной в Рунете сети ВКонтакте, развивает теперь собственный мессенджер Telegram. Будущее именно за мессенджерами. Вот она, самая высокодоходная волна нашего времени. Именно поэтому в 2014 году мы начали разрабатывать народный мессенджер Jam4Me. Что означает «народный»? Это первый мессенджер, который создается народом, для народа, на народные деньги, и он принадлежит народу. Каждый из вас может присоединиться к его созданию и к его продвижению, и к его монетизации, то есть получению прибыли. Есть люди, которые его активно тестируют. Есть люди, которые его активно продвигают. И все они накапливают в своих портфелях акции за каждое движение. Вы, наверное, будете удивлены, когда узнаете, что когда продаются любые крупные проекты — Viber, WhatsApp, Instagram, Skype и другие — то 95% уставного капитала проекта принадлежит крупным инвесторам.
В итоге инвесторы получают значительно больше, чем разработчики проекта. А в нашем проекте вместо одного крупного инвестора есть множество небольших совладельцев его долей, то есть акций. Мы предлагаем вам стать частью потока народного финансирования или краудфандинга для развития и продвижения нашего мессенджера. Для успеха вам не нужно быть гениальным программистом. Все, что вам нужно, это стать совладельцем мессенджера и начать действовать вместе с нами. Главное преимущество краудфандинга заключается в том, что для финансирования достаточно совсем небольших сумм, которые есть в кошельке у каждого. Привлекательность нашего проекта в том, что согласно партнерской программе, вы получаете пакеты акций не только за собственные бизнес-паки, но и за те паки, которые люди покупают по вашей рекомендации. По нашим расчетам, после продажи мессенджера за 6 миллиардов долларов, стоимость каждой акции составит 3000 долларов. И у нас уже много партнеров, у которых в портфелях имеется по 100 тысяч и даже 20 тысяч акций. Умножьте эти цифры на 3000 долларов. Впечатляет? И в заключение несколько слов о самом мессенджере Gem4Me. Естественно, в нем заложен весь базовый функционал мессенджеров премиального класса. Это индивидуальные групповые чаты, возможность отправки фото, картинок, голосовых сообщений, аудио и видеофайлов геолокации. В наших ближайших планах голосовой модуль для бесплатных звонков и компьютерная версия. Но и это еще не все. Для гарантированного успеха мы создаем вокруг мессенджера целую систему мобильных приложений, необходимых многим людям. Это и приложение для предпринимателей, и финансовый модуль для быстрого перевода денег, и биомодуль для отслеживания здоровья. Это, наконец, мобильные игры, в которые сегодня играют все. А чтобы показать привлекательность проекта для потенциальных покупателей, мы закладываем баннерную рекламу, объединяющую все приложения экосистемы воедино. Все это называется экосистемой Gem. Мы уверены, что именно она поможет нам привлечь огромное количество пользователей во всем мире. В чем же главное преимущество проекта Gem4Me? Задумайтесь. Если сегодня вы начнете пользоваться, например, мессенджером WhatsApp, то вы будете всего-навсего его 1,101 миллиард пользователем. Изменится ли при этом ваше финансовое состояние? Конечно, нет. Если вы будете рассказывать о WhatsApp, Viber, Instagram своим друзьям, получите ли вы за свои усилия хотя бы доллар? Точно нет. Эти компании просто использовали вас. А в проекте Gem4Me вы получите деньги за его финансирование и продвижение. Друзья, наверняка вам уже не раз делали предложение, которое когда-то в будущем позволит вам разбогатеть. Наше главное отличие от них в том, что мессенджер Gem4Me — это недалекая мечта, а уже сегодня реально работающий продукт и высокодоходный бизнес. Мы начали создавать наш мессенджер еще в 2014 году, и уже в конце 2016 года мы планируем его полностью завершить и переступить к его продаже крупной компании или инвестфонду. Уже сегодня вы можете скачать Gem4Me в Google Play или App Store и каждый день наблюдать за тем, как он развивается. Каждый день вы можете зарабатывать деньги на его продвижении. И у нас уже десятки тысяч пользователей, и именно в этом и заключается ваше главное преимущество. Именно за вами придут миллионы. Присоединяйтесь и достигайте успеха вместе с нами. Мы уже вышли на финишную прямую.